у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы там. Счастливо. Время 3 часа. Ладно, еще 1,5 часа.
Так, будем ждать очереди. Передние коврики. Передние коврики и кузов. $600. Это счастье стоит. Ой. Так. Где-то щетка. Так, где же мои все эти салфетки и прочее счастье? Thank you.
Thank you.
Ну вот немножко внешний вид довел до ума, чистенькое все, и приятно в салоне сидеть, коврики чистые. Теперь буду искать себе душевую там или баню, чтобы можно было постираться, чтобы можно было помыться. Так, за торпеду я возьмусь потом. Торпеда тоже грязненькая. Так, ну что, спасибо этому. Сейчас. Ну, с Богом. Поселок или город Палатка. Температура 5,5. Можно не опасаться пока что. Вода может попасть между диском и резиной и растереть ее. В результате будет беда. Привести себя в порядок.
потом дует, если она где, капельки еще. Так, у меня этот надо перезагрузить, Яндекс.Навигатор, потому что он какой-то режим уходит интересный, автоматически. Так, что здесь есть из радио? FM. 15 градусов, в Москве также существенных осадков не ожидается, в дневные часы 18-20 градусов. Ответы на детские вопросы. Всем миром, миром взрослых. Вот уже 17 лет ребята, оставшиеся без родителей, главные герои наших программ. Мы всегда с ним разговариваем, чьи фотографии размещены в листе ожиданий на нашем сайте. И если у кого-то из них пропадает анкета в Федеральном банке данных о детях-сиротах, обязательно звоним в регионы, чтобы узнать подробности. Эти истории не только источник хорошего настроения. Некоторых мам и пап они вдохновляют сделать первый шаг к своему будущему приемному ребенку. Что так долго ловишь? М родилась в марте 2007 года. Насколько я понимаю, Женю забрали. Да, нашелся кандидат, который захотел с ней познакомиться. Мы говорим с Натальей Степановой. Так, ну и что-то тут показывает. Одного из детских домов Теле2. Приезжала женщина во время знакомства. Они друг другу понравились. Ну, и какая-то... после общения принято решение, что Жене надо в семью. Женя сама видела желание. Ой, да. А как вообще обычно происходит знакомство? Сначала только в стенах детского дома и в нашем присутствии, в присутствии воспитателей. А потом уже только когда ребенок выражает согласие, мы отпускаем навигатор не может найти. Женя сразу приняла решение или все-таки сомневалась, может быть? Наверное, день на третий, на четвертый. Так, четвертый уже. Что такое? Магадан. Город Магадан. Ошибка Стич что пишет. Ладно, хрен с ним. Отмена. Поедем как повезет. Ты же показывала. Ну,
мегафон еле-еле ловит 10-25%. Понятно теперь, почему так. Ладно, трогаемся там. По пути не проеду. Совсем другое настроение, когда едешь вот на чистенькой машине. Помыли только кузов и передние коврики. Уже показывает, нет сети. Вот так вот. Хваленый мегафон. Поедем по знакам. Гористая местность, вот сейчас мегафон показывает 75%. Пишет поиск маршрута. Поехали.
узбеки на лейхе работают. Взять немножко икры покушать до рыбки. Где это говорят? У местных нужно спрашивать. Градуса плюс, то есть температура плюсовая. На улице имеется в виду. Как не посмотришь на эти микроавтобусы, у всех на крыше запасные колеса.
поехал, я ему метнул фары. Да, наконец-то. Я навигатор, Яндекс.Навигатор. Сколько времени опустилось до 5,6.
Они не стоят, собирают что-то.
надеюсь. Ветерок обдул автомобиль. Так, температура, кстати, 7 градусов уже. Сокол. Где-то здесь, наверное, и будет вот это место. Шмобонтаж, балансировка. Ремонт. Это не то. Достану радиостанцию, свяжусь с дальнобойщиками, может быть. Блин. И антенна, антенна в багажнике, ё-моё.
Так, антенна где? Антенна здесь. Проверка связи, меня кто-нибудь слышит? Проверка связи. Ладно. Душ приму. Искупаюсь.